международный бизнес с помощью интеллектуальных контрактов. 21 ноября стартовало ICO проекта TFTM.pro. Его основной задачей является упрощение, ускорение и усовершенствование международных денежных переводов с помощью технологии блокчейн. Проект выпустил новую криптовалюту TFTM Coin с дополнительной защитой. Информация о совершенных транзакциях доступна лишь отправителю и получателю цифровых денег, а обработка денежных операций проводится самими членами TFTM сообщества. Разработчики сообщают, что производительность платформы – 150 тысяч финансовых операций в секунду. Также существует вознаграждение за присоединение к системе – 0,4% за каждый перевод. Планируется, что уже в ближайшем будущем произойдет выпуск смарт-карт проекта. Ими можно будет оплачивать услуги и покупки в магазинах. Клиенты получат возможность производить обмен фиатных денег на криптовалюту, а TFTM будет внедрена в систему SWIFT и получит банковскую защиту как валюта.